Саженцы азалии гибридной кокцинея специоза, азейлия, ходспаррет, предпочитают кислую почву, умеренный полив и полутень. Это идеальные условия для формирования крепкого ветвистого кустика высотой до 2 метров. Диаметр растений не превышает 120 сантиметров. Первые цветы появляются в мае, обладают приятным ароматом и радуют прохожих на протяжении 5-6 недель. Цветы собраны в зонтообразные соцветия, оттенок насыщенно-оранжевый. Листва удлиненная, эллиптическая, ярко-зеленого цвета. Культуру успешно используют в декоративных целях, а также для приготовления эфирных масел. Азалии гибридная кокцинея специоза – это кустарники высотой 200 см с типом роста, сильнорослый, диаметром 120 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Аромат у цветов средний. Окраска цветка оранжевая. Лист растения по форме эллиптический. Весной листва по цвету темно-зеленая, летом листва темно-зеленая, осенью листва желто-красная. У растения нет шипов. Важно, что азалии гибридные кокцинея специоза самоопыляемый, обоеполый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.